Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту Automoney. Значит, 2 дня назад я зашла, и я была 60, не помню какой-то, сейчас уже проекту 2 дня, 2546 человек. И посмотрите, выплачено сколько. Так, 184 731 рубль. Сегодня я заказала очередной вывод. Так, значит, давайте перейдем. Давайте я вам покажу статистику. Значит, ваш профиль. Вывод делается один раз в 24 часа. Ну, по регламенту 23,5 часа. Ну, там полчаса этих, да, не имеет уже значения. Раз в 24 часа. Значит, смотрите, это моя статистика. Значит, закинула я сюда только 20 рублей. И дальше я пошла переводить. Перевела 40 рублей и заработала, потом 100 рублей, потом 20. И видите, вот Payr, это я, мое пополнение, и дальше идут одни переводы. Это я уже зарабатывала и все переводила. Так, значит, выплаты. Вот вчера я вывод сделала 200 рублей. Сегодня 482 рубля. Вывод идет инстантом. Так, переходим на платежную систему. Payr, пожалуйста, 29 минут назад. Плюс 477. Payr у нас берет комиссию. 27.11. Проект платит. Супер. Проектом я довольна очень даже. Значит, гоночная трасса. У меня в работе все машинки. Значит, вот это у меня в работе. Видите, ожидание. Вот это у меня в работе. Это и это. И скоро появится 7-я машинка. Вроде как пошла такая информация, что админ хочет сделать под 300%. Вот, и тогда уже будут как бы закрываться. Значит, вот это вот у меня за 40 рублей уже на подходе. Обратите внимание, 95%. Сейчас кто-нибудь зайдет на 40 рублей. И мне прилетит выплата. Так, и естественно, я опять же, ну, сразу вот как прилетит, я также обратно туда закину. Потому что у меня деньги будут до вечера лежать. Или завтра я, возможно, буду в пролете. Я еще посмотрю, выводить или нет. Вот. Возможно, что я до утра буду ждать. А может быть и нет. Вот, у меня все машинки как бы в работе. Есть скайп-чат. Можно общаться. Здесь присутствует админ. Так. Далее что? Есть группа ВКонтакте. Я сегодня общалась с админом. Я сегодня намухлевала с Payr кошельком. Вот он мне восстанавливал, просила помощи его. Админ нормальный человек. Быстро мне ответил. Ну, просто супер. Даже минуты не прошло. Я только ему задала вопрос. Смотрю уже как бы ВКонтакте. Он печатает. Ну, там видно, как человек печатает. Смотрю, отвечает. Вот. И есть группа Telegram. Сегодня я вот вступила в группу в Telegram. Вот она, эта группа. Money Auto. И здесь также вот все как бы люди общаются. Все супер. Ну, а здесь вот уровни, не знаю, на что они тут влияют. Но вот у меня уже 2-й уровень. Они за активность. Кто вот машинки эти покупает, то много в чате общается. Это за все здесь как бы повышается уровень. Есть вопросы-ответы, можно почитать. Новости... Правила, вот новости, что у нас там в новостях. Так, что-то у меня... А, новости — это группа. Понятно, сразу в группу мы перешли. Ну, вот так. Правила, вопрос-ответ, привлечение. Все замечательно. Кому интересно, присоединяемся. Здесь еще есть, оказывается, тональность. Я первое видео писала, было темно. Светлый нажму, сейчас у меня будет все темненько. Вот я первое видео в таком вот формате писала. Потом я вот уже сделала светлый себе тон. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду мониторить
проект. До новых встреч!